Друзья, всем привет! Вы на канале Виконста. Наконец-то вырвался я на рыбалку вместе со Стигом Барди. Всем привет, ребят! Вот на фоне таких прекрасных сосен. И сейчас будем потихонечку раскладываться. К большому сожалению, вот в таком сраче будем сидеть. Но дело в том, что ветер очень сильный и деваться нам некуда. Поэтому, если приезжаете на рыбалку, вывозите с собой мусор. Возьмите пакет. Даже ненужный какой-то вам. Если вы не хотите тратить деньги, старый, порванный, но за собой убирайте, пожалуйста. Потому что природа — это наше все. Ну а вы усаживайтесь поудобней, берите вкусняхи. Ну а мы начинаем. Ну что, приступаем к сборке мангала. Ребята, ну что, будем сейчас немножко перекусывать. Приготовили мы небольшие тормозочки. Сейчас, в общем, будем распаковываться. Я думаю, комментировать здесь особо нечего. Вообще нечего. Ай, соленье. Угу. Тоже лука взял. Бери, пробуй. Это домашний. Давай, за отдых. А ты что, вытирал ее? Ну, мокрая вот так. Пройпера и лозина. Нет, это кушка. Ну что, сейчас будем нанизывать мясо. Мариновка у нас простая. Соль, перец и лук. И немножко соевого соуса. По три хватит. Сделаем на два захода, так как мы немножко перекусили, поэтому сильно наедаться не хочется. Мы еще хотим рыбки немножко подловить, если что-то подловится. А нет, то хорошо, с душой проведем время на природе, отдохнем от будничной суеты и плюс подготовимся тщательно к съемке новых видеороликов. Ну что, будем снимать уже наше мясо. Уй, а пахнет как, а? Напишите в комментариях, что вы думаете. Горячее сырым не бывает. Нет. Так, так, все, выключаемся. Невкусно. Выключаемся, значит. Ваше здоровье. 6 палочек уже поставили. Я уже подготовил удочки. Сигнализаторы тоже поставлены. Так, ну что, ребята, цепляем кормушки и будем сейчас закидывать снасти. Вытягивай. Есть, да? Мелкая.
Ты не удочку зацепил? Да. Красноперка. Ого. Хорошая. Хорошая. Да, какая. Больше ладошки. Сидит. Нет? Ты камеру одеть не можешь. Холостая. Бывает и такое. Подлещик. На живца пойдет? Конечно. На живца его. Фонари включать надо уже. Да ну-ка, да. Мелочь. Опять. Что делать? Подлещики монстры клевали каждые 5 минут и не давали спать. Вот название видеоролика. Вообще же. На живца. Опустил карась. Пошел к берегу. Маленький. Маленький? Угу. На живца. Липонта, если такая гадость клюет, то пошли лучше жарить шашлык. Нормально, на живца сейчас будем цеплять. Пустила. Но это явно не подлещик уже. Смотри, какая натяжка. Зацеп, что ли, ушел? Опустила. Подлещик. Поклевка. Есть. Есть, есть, есть. На попке шерсть. Да ну мелкое что-то. Так, ну вот такие вот подлещики.
орудуют здесь. Не, подлечь. Вот такой, больше ладошки. Вот такие. Можно вечно смотреть на огонь, на воду и на работающего человека. Да, ночами угляньте. Ё, вот это класс! Жара набузовали нормально, и чтобы шашлык не сгорел, мы немножко передвинули жар в эту сторону. Ух ты! Опять подлещик. Ты что здесь забыла, а? Красотка. Прячешься? Да? Ну что, снимаем наш шашлык. Это у нас второй заход. Подлещик нам надоел. Поэтому сейчас перекусим шашлыка. Приманим карася, я думаю, этим запахом. Перенаживимся и будем уже думать, как ловить карася. Либо что-то покрупнее. А, как пахнет, слышите? Да. Слышите этот запах? Я слышу. Ты-то слышишь, а они не слышат. Они сейчас сидят на диванах, или в кресле, или просто где-то. Ребята, вы, если хотите попасть на такую рыбалку, вы пишите нам, и мы обязательно с вами съездим. Да, Виконта? Время покажет. Правильно. Ну что? Всем приятного аппетита, давайте присоединяйтесь. А потом полирнем сальцом. У нас тут еще, кстати, огурцы есть домашние. Помидоры. Какая красота на природе. Так, ну что, погнали. Все, ребята, выключаемся. Приятного аппетита. С мясом покончили. А сейчас будем заканчивать с салом. У нас пища разнообразная. Лук, сало всегда присутствуют на столе. Вот даже картошка. Но картошечку мы на попозже. Уже на поклевки не обращаем внимания. У нас тут другая, более занимательная и интересная процедура происходит. Ой, хорошая процедура. Угу. Ой, как хорошо. Как же два раза вкусно было. Я чайник уже третий раз включаю. Ну, значит, выключаем. Так. Ставим сало, наверное, ближе на огонь сюда. И кто сало, кто чайник? Ждем. Но вы этот ролик, скорее всего, что большинство просмотрите зимой. Мало кто сейчас на природе жарит сало на мангале, да еще и на шампурах. Смотрите, аж жирок течет. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой запах. Песня. Процедура здесь простая. Берем сало, берем и окунаем в горчицу. Все это вместе с хлебом. Ну, вы знаете, что писать. Это очень вкусно. Так, ну мы то же самое проделываем. А, смотрите, какая красота. Все, ребята, выключаемся. Сейчас идем перенаживляться и ждем вечернюю поклевку. Ну вот и пришло время заканчивать этот видеоролик. Побывали вместе со мной на рыбалке. Пожарили шашлык, половили немножко рыбки. В итоге у нас получилось порядка 15-20 подлещиков. До 2 часов ночи у нас хватило здоровья его подсекать, а потом нам надоело. Карася, к сожалению, мы так и не увидели. Если вам понравился этот видеоролик, вы знаете, что делать. Лайки ставим на канал, подписываемся. И всем пока-пока. Пока-пока и добра-бобра.